Ну, дорогой, пошли. Ну, двинули. Приехали. Пригодились костюмчики. А, аномалия тут. Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьет. Ты смотри, дорогой, здесь пролезть можно. Похоже, в лоб не пройдем. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Кнопку нажать надо, да? Что-то не нравится мне здесь. Слушай, дорогой, а здесь не так плохо, наверное. Лидов до нас не положили.
по себе как-то. Питание ворот отключено. Ты это! Если наверх полезешь, возле рубильников осторожнее! Спина к спине!
слушай, красиво, да? За такое... Кнопки рядом нет. Есть добровольцы? Смотаться в диспетчерскую и глянуть, нет ли там разговорчики. Выберемся, поговорим. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть. Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Хорошо.
Да, а задвигали нам. Ой, задвигали. Авиация, работа почетная и непыльная. Ну что, двинули? Какое-то чувство нехорошее. Похоже, мы уже под Припятью. Чую, выбрались. Ну и местечко, ёшкин кот. Оружие на землю! Быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4, второй пилот. Следую на точку Б-28. У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти.
СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты! Стоять! Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил. Да патронов хватило. А так... Копченого сейчас. А вот что мне как-то рассказали. В военном городке генералу приходится на... Я так чувствую, не говори. Килограммов... Товарищ генерал, тут того. Я нашла в кармане... Короче, слушайте. Ну, как мне быть? Давайте мне, я сам разберусь. Вечером генерал возвращается домой. Забытый в кармане лифчик находит жена. Дорогой Киюн, такой шутник, страховка. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да? Тогда все живыми отсюда выберемся. Короче, анекдот цивильный. Салабон в вещевке жалуется. Товарищ прапорщик, а чё мне... Айс на крышу. Остальные за мной. Занять позиции.
Подождем, пока дойдут до центра двора. Есть цель. Ждем команды на атаку, товарищ-майор. Проверим их. Айс, ты прикрываешь. Отомстим за павших братьев наших, да будет благословенно вечное их единение с Монолитом. Смерть, лютая смерть тем, кто отвергает священную силу. Помогите мне! Thank you.
О, разведгруппа вышла на связь. Группа, прием. Что там у вас происходит? Майор, надо найти разведгруппу. Выяснить, что случилось. Ха, чертовщина какая-то. Тед, майор, ты поаккуратней там. И все время держи связь. Это ж надо такое, до Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел, ума не приложу. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло. А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Да, Герман меня тоже успел достать.
Я нашел группу. Все мертвы. Их кто-то расстрелял. Но следов никаких. Это фанатики, черт бы их драл. Нужно с ними разобраться. У разведгруппы были данные места скопления монолита. В записях упоминается магазин книги. Лады, я тебе вышлю двух бойцов. Они будут ждать возле объекта. Конец связи. Записался. Так что давай, джигит, иди. Знаешь, я тут подумал, с тобой вроде безопасней. Полковник, тут какая-то чертовщина творится. Внутри здания была толпа монолитовцев, будто бы в трансе. Уставились в кучу мусора и разговаривали с ней. Мусор я обследовал, и обнаружилось интересное. Это нечто вроде антенны. Такое впечатление, что с ее помощью кто-то связывается с монолитовцами, и вот эти сеансы не воспринимают как божье откровение.
Все это очень странно. Кто-то явно управляет этими фанатиками. Ладно, об этом потом.
Время дорого. Привет. Здравствуй, сталкер. Ну, здорово. Да чё ты то... Иди, иди, нечего тебе тут делать. Чего? 62? Да не может быть. Слушаю тебя.
Будет чего интересного. Здравствуй. Заходи. Наш Скадовск всегда вместе. Никуда не уходи. Отсюда, ублюдки! Проваливай! Сейчас со мной поделится. Thank you.
чё, типа анекдот. Два братана сидят, трындят. Один такой: слышь, братан, тебе на память чё-нибудь накалю. Зуб даю. Проходит 5 минут. Кольчик такой: зашибись, готово. Второй такой: опа, а чё так быстро? А хули, там всего 4 буквы.
Здесь упоминается центральная лаборатория X8. Возможно, в ней найдется информация о секретных экспериментах на территории зоны. Наши аналитики давно интересуются этим вопросом.
Как говорится... Ну как оно, сталкер? Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Давай, давай, не задерживайся. Здравствуй. Знаешь, где гастроном был? Так вот, сигнал его маячка идет как раз оттуда.
Проверь по возможности. Конец связи. Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль. Отличный был парень. И с разведгруппой, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно. Спасибо тебе. Конец связи.
Сейчас ты будешь уничтожен. Обеспечьте безопасность! Опа! Ты будешь...